ביום שלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם וכיבדה גחלת ישראל שארית הנפלית הנשארו אחר חורבן בית הראשון. טרציבה תשרי, מסידים פוסט, את פתאום שאתה עובית בל גדליה, תכו נזוויץ את סום גדלי, פתאום שאתה און בל עובית, און בל תוסמי, искра, да, которая у нас сгорела еще после разрушения первого Бета Мигдаша. Это Рош, после Роша Шана сразу же. Да, третий Тишрей. Но на самом деле он был убит в Роша Шана. Его убили в Роша Шана. Но так как Роша Шана праздник, мы не держим пост в этот день. Мы переносим его на, да, на третий. Он первый был убит, Тишрей, на третий мы делаем, потому что на Роша Шана мы не постимся. Это был человек, которого, к сожалению, это был большой пост. Почему большой пост? Ведь евреев убивают направо-налево каждый день. Но это был пост, потому что он был убит самим евреем. Он был убит своим же двоюродным братом из-за того, что он ему... да, exactly. Убьем Асара Бетевет, Самах Мелех Бавель Навуходнецар. И 10-е Тевета, Навуходнецар, царь Вавилонии, он сделал... что он сделал? Самах Мелбовену Хадезер Раша Али Рушалаем Вивиба Мацору Мацок. Он окружил Иерусалим и он пронес это, к сожалению, к бедственным последствиям после того, как он это окружил. Баруха Дунайла Улам. Амин. Амин.